Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были мои все усилия. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому, получив человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. Пожалуйста, слушай о Господе, говори и помни о Нем, возноси Ему молитвы и служи Ему всем сердцем. Об этом молит автор этого баджана. Рама, 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 Рама.
Кришна, Кришна, Кришна. Итак, добрый день. Сегодня у нас заключительная встреча. Наша тема, в принципе, исчерпана. Мы не будем снова и снова повторять, как хорошо быть щедрым и как плохо быть жадным, и исследовать, анализировать последствия этих вещей. Я думаю, что тема, она, в принципе, раскрыта. Ну, как вы понимаете из этой темы, что речь касается не просто какого-то одного или двух качеств. Речь идет о позиции. Вот что как бы является сутью нашей жизни. Ни мнения, ни впечатления, ни знания, которые мы приобретаем, не то, что мы прочитали, не то, как мы успешно устроились в этой жизни, а именно позиция определяет качество и смысл нашей жизни. Позиция. Есть, согласно ведам, две позиции генеральные. Вот, согласно нашей схеме, двойственность, существует двойственность. И вот две существуют позиции. Как пребывать в реальности, как избегать иллюзий, зависит именно от этого. То есть это сейчас мы смотрим генеральную, главную, кардинальную причину рассматриваем. То есть можно иметь правильные знания, правильное мнение, но неправильную позицию. Вот тут есть различие более тонкое. Почему мы говорим о медитации, о очищении разума и чувств? Чтобы мы могли добраться до этой сути своей. В чем же моя позиция? В чем я не прав в самом начале? Это сложно заметить, потому что позиция может быть очень тонкая. Например, 2×2 — 4. Это элементарно. Представьте, что вы очень великий математик, хороший математик. Вы знаете в совершенстве высшую математику. Все ваши расчеты точны. Идеально точны. Но вы в самом начале допускаете маленькую, небольшую ошибку. 2×2, скажем, 4,01, тысячная, миллионная даже, одна еще добавляете. Незначительная ошибка. Но по мере вычислений следующих она будет увеличиваться, 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 результат будет совершенно неправильный. Это называется позиция. Вот, например, один из примеров, что такое позиция. Например, можно знать материя и дух. Собственно, тема, она отсюда исходила. Щедрость, жадность, иллюзия, реальность, добро, зло. Это все касается развлечения материи и духа. Любовь, вожделение, наглость, правдивость. Ну, вот эти вещи, которые можно путать. Вот это способность различать. Да. И мы с вами убеждены сейчас, давно уже, что есть душа, есть тело. Мы пытаемся признать это. Но смотрите, позиция может быть разная. Что правильнее сказать? Я тело, и у меня есть душа, или я душа, и у меня есть тело? Вот видите, вы поняли. Вот теперь вы поняли, что такое позиция. Видите? Два, вы пользуетесь двумя утверждениями правильными, и то, и другое. Просто неправильно их применяете. Порядок путаете. Небольшая ошибка, совершенно незначительная, но по сути то же самое говорите. Что 2+2 — 4, что эту двойку вперед поставить. Они же одинаковые, равнозначные, кажется. А вот результат будет совершенно прямо противоположный. Разница большая. И одна позиция называется «годас», а другая «го с вами» на санскрите. Разъясню. «Го» означает чувство. То есть вся наша позиция основана на наших чувствах, на нашей жизни, на наших ощущениях. «Го» – «дас», а «дас» означает «слуга». «Го» – «чувство». Позиция служения чувствам. То есть я – тело, чувства, органы чувств. Я этот желудок, я этот язык, я эти легкие, это сердце, эти органы, я вот эта форма, я эта национальность. И у меня есть душа для того, чтобы я мог наслаждать эти чувства. Это годаса называется. Я служу своим чувствам. Я душа, но я служу своим чувствам. В этом случае получается, что Бог, как сверхдуша, тоже слуга моих чувств. Я тоже прихожу к Нему для того, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Это вот одна позиция.
И другая позиция называется «Go с вами» или «С вами». В Индии это часто, вы этот титул можете увидеть. Есть саньяси, отреченные, они «Go с вами» все. Это титул. То есть «Go – чувство, с вами – хозяин». То есть я управляю чувствами. Чувства занимаю в служении сверхдуши. Наоборот, все. Эти, хотя установки обе правильные, позиция разная. Одна приводит к одному результату, другая приводит к прямо противоположному результату. Это что касается позиции. Поэтому, чтобы позиция была правильна, мы с вами слышали, что необходимо соприкасаться с абсолютной истиной. Вот. Все сравнивать нужно с эталоном, с источником, с оригиналом. Как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Но где эта точка опоры? Вот. На что можно опереться? С чем все нужно сравнить, чтобы я не ошибся? Веда говорится, что когда человек еще не очищен от материальных представлений и корыстных желаний, он не должен все сравнивать с собой. Это всегда будет ошибочно. Ну, в нашем случае мы знаем, это наша природа. Все сравнится со своими мыслями, своим опытом, своими представлениями и мнениями. Считается, что это самое важное в моей жизни. Вот и опираться на свое мнение, на свой опыт, на свои представления, на свои знания. Но веды говорят, пока человек не очистился до конца, он не может, не должен. Он совершит ошибку, если будет сравнивать все с собой. Но когда он очистил сердце, он должен все сравнивать с собой. Просто видя, слыша, думая, он не ошибается. Он может опираться на свой ум, на свои чувства, на себя самого. Вот эта позиция «Го с вами» называется. Поэтому веда говорит, если вы хотите узнать правду, истину, получить ответ какой-то жизненный, идите «Го с вами» спрашивайте. Не спрашивайте «Годаса». Есть история. Один мальчик заблудился в лесу. Заблудился и не вернулся. Прошло уже несколько дней, и родители поняли, что там беда какая-то. Возможно, он погиб там. Похоже на то. Пошли искать его в джунгли. И когда они вышли туда, а зашли в лес, сначала пришел шакал навстречу к ним и сказал, кого вы ищете? Мы ищем сына. Пропал ребенок. Мы подозреваем, что он погиб. Мы хотя бы хотим найти его тело и похоронить. А, да, я видел. Да, идите туда, он там лежит. И там же и захороните его. Спасибо тебе, шакал. И они ушли по направлению. Пройдя немного, прилетел гриф. Вы ищете кого-то? Да, мы ищем сына, ребенка. Он, похоже, он погиб. Шакал сказал, что нужно идти туда. О, и вы верите шакалу. Я летаю сверху. Нет вашего мальчика в лесу. Идите обратно домой. Почему? Один сказал одно, а другой другое. Кто знает? Верно. У каждого свой интерес. Шакал ест ночью, а гриф днем, поэтому. Гриф сказал, уходить его нет. Я сейчас просто, когда вы уйдете, прилечу и съем его. Шакал сказал, идите, похороните его ночью, я приду, раскопаю яму и съем его. Вот и все. Вот таким образом говорится, что когда человек, не свободный от корыстных интересов, всегда будет приносить какие-то искажения. Но при этом все наши интересы природные должны быть удовлетворены, а не истинны. Есть истина материальная еще. Вот, например, моя материальная природа – это тоже для меня истина. Я не могу идти против материальной природы. Я не могу предавать свою материальную природу. Это то, на что я сейчас опираюсь. Это моя опора в этой жизни, шаг в эту жизнь, воплощение в этом теле. Это моя опора. Это тоже еще одна наука о реальности. Например, если себя отождествляю с телом, это иллюзия. Я не тело, я душа. Я здесь временно нахожусь в этом теле. Я много тел сменил в прошлом, огромное количество. Пока дошел по эволюции до человеческого состояния, я мог сменить миллионы тел уже. У меня большой опыт в этом плане. Смерти, рождения и так далее. Но другая истина в том заключается, что я должен знать, кто я как тело, чтобы не ошибиться. Есть различные типы людей, различные природы. Есть интеллектуалы, интеллигенция, есть управляющий класс, воины, администраторы, есть бизнесмены, производительный класс, есть рабочий класс, опора всего общества, как бы тело общества. И если себя отождествляю со своей природой, это не грех, я договорился. Это не ошибка. Вот когда я пытаюсь исполнять чужие обязанности, это грех, это ошибка.
если я мечу не на свое место. То есть гармония такова, что каждый человек должен быть на своем месте. Это уже тоже реальность, это правда, это истина. Просто к этому нужно добавить, что несмотря на то, что у меня есть профессиональные какие-то склонности, материальные какие-то качества и таланты, я ими пользуюсь как инструментом в служении сверхдуше. Тело – инструмент, ум – инструмент, чувство – инструмент. В этом случае они используются как у черепахи. В Гите это утверждается, что черепаха, когда ей нужны конечности для передвижения, она их вынимает наружу. Когда не нужны, прячет. Представьте, сколько мы экономим с вами таким образом энергии, когда контролируем чувства. Сверхэнергия. Вы становитесь сверхчеловеком. С точки зрения разума, внутренней жизни, способностей, понимания других людей, живых существ, способность мыслить ясно. Ваш разум никогда не разрушится, потому что он охраняется этой внутренней энергией. Разум разрушается, когда он травмируется. А чем он травмируется? Чувственным, эмоциональным восприятием. Когда мы испытываем какие-то потрясения в жизни, потери какие-то, смерть близких родственников, это страшно. Это может разрушить разум настолько, что мы потеряем смысл жизни, обидимся на абсолютную истину, на Бога, на весь мир. Мы можем испытать такие глубокие потрясения. И разум разрушается. Мы вдруг замечаем, что я теряю память какую-то, знаете, с возрастом. Мне трудно выразить свои мысли. Молодежь уже не хочет общаться со мной, я не успеваю за ними. Я уже отстаю. Я скатываюсь до какого-то маразматического состояния. Куда девался мой разум? Это просто потрясение, когда разум не защищен должным образом. Мы испытываем эти глубокие травмы. Травма или боль жизни не должна проникать глубоко в сердце или в разум. Если какое-то желание проникнет в разум, это станет сутью моей жизни. Вот в чем опасность. Поэтому разум должен соприкасаться с божественным. А чувства всегда будут соприкасаться с какими-то потерями и неудачами, ощущениями плохого и хорошего, приятного и неприятного. Но разум должен быть защищен от потрясений. Если, скажем, водка войдет в мои чувства, это не так опасно. Ну, попробовал, ладно, понял все. Но если водка войдет в мой разум, то кто я? Я уже профессиональный алкоголик. То есть вот этот вкус, чем он тоньше, чем он сильнее, тем опаснее для разума. Поэтому если детям до 16 лет, не пускайте их туда, говорят старшие. Не должны смотреть все это в интернете или в кино. Но вот эти сцены эротические, потому что их разум будет поврежден. Это станет смыслом их жизни. Они потеряют дары образования, дары воспитания, нравственность, что вложили в них, они могут потерять. Это может быть разрушено. Разум должен быть защищен этим всем. Будхи-йога – это йога разума. И разум, который защищен достаточным образом, он беспристрастен, умиротворен, уравновешен, поэтому может спокойно различать, как весы отрегулированные в равновесии, знаете, не ошибаетесь. Малейшая разница, они реагируют сразу же. Разум чуткий становится, чуткий. Но чем больше мы принимаем удовлетворение чувств, вплоть до наркомании, алкоголизма, тем более грубеет разум. Мы не различаем, что хорошо, что плохо. Ну, мы различаем, конечно же, но мы хотим тоньше эту способность сделать. Разум такой острый, как скальпель у хирурга. Едва вы касаетесь ткани, расползается. Такой острый разум. Вы точно понимаете, что истина, что не истина. Что это основополагающие вещи, материя, дух, зло, добро. Но кто распознал эти вещи? Мы запутались. Если мы распознаем эти вещи, то скажите, ответьте на вопрос. Как мы перепутали мужчин и женщин? В Европе. Как мы узаконили однополые браки? Как мы устанавливаем ювенальную юстицию? Откуда берутся старики, которые не наделены мудростью? Скажите мне, откуда все это? Мы что-то перепутали, мы что-то не заметили, мы что-то не поняли. Откуда эта тенденция даже? А? Это тонкий разум называется. Мы теряем тонкое. Вот недавно мы это обсуждали в своем кругу. Как так случается? Вот как так случается? Вот мы помним историю. Я читал Льва Толстого когда-то. Его биографию, дневники тоже прочитал. Интересно было, очень интересно. Великая личность, великий философ, гьяни, мыслитель. Интересна была его особенность. Про него рассказывали другие люди. Он играл на фортепиано. Но не любил играть на фортепиано. Боялся этого инструмента и избегал его всеми силами. Почему?
Но люди очень любили слушать, как Толстой играет на рояле. И иногда, когда они собирались в своей богине, они настаивали и просили, ну, пожалуйста, пожалуйста, Лев Николаевич, сыграйте для нас. Они знали, что сейчас будет. И он очень боялся подойти к роялю, он просто смотрел на него, как на шприц с иголкой. И в конце концов, если его уговаривали, он садился за рояль, и происходило вот что. Он опускал руки на клавиши, и выражение лица его сильно менялось. Еще несколько аккордов, нот, ритмов, и на лице выражалась глубокая трагедия. Еще несколько минут он рыдал в голос и убегал из комнаты, хватаясь за голову. Все. Музыка так влияла на Толстого. Светские дамы. Испуг. А! И теряет обморок сразу же. Что это такое? Такая чувствительность. Люди были другие. Мы стали обсуждать, почему это изменилось. Тенденция огрубления некая есть. Мы теряем Стендаль. Когда был во Флоренции, впервые посетил Флоренцию, ему сказали, во Флоренции все самые яркие сокровища нашего творения, мира вообще. Живопись, скульптура и прочее, все самые главные достояния мира тут, во Флоренции, в этих музеях, нет равных в мире. Когда он это услышал подробно, он потерял сознание, в транс впал. Леонардо да Винчи, когда писал свою «Тайную вечерю», он неделю примерно без сна и еды обходился, забыл про сон и про еду. Состояние транса было. Все талантливые люди, они знали, что такое быть в другой реальности. Сейчас нам нужно пройти много семинаров, чтобы попытаться хотя бы даже принять эту вещь, что это вполне возможно для каждого человека. Мы стали обсуждать, что изменилось, в чем проблема, что мы перестали различать. Я вам скажу главную, принципиальную вещь, только не обижайтесь. Мы перестали различать мужчин и женщин. Это началось с эмансипации. Корень всей культуры, корень всех религиозных традиций, главная вещь – освободить человека от грубого вожделения, от животного состояния. А это отношение противоположных двух полов. Поэтому за этим Священное Писание главным образом следили за этим моментом, чтобы не было вот этого вот чрезмерного влечения к противоположному полу, то есть прелюбодеяние это называется таким языком Библии. Или митхунья пхава на санскрите, сексуальное желание. Его нельзя стимулировать искусственно, это считается преступно. Нельзя использовать для рекламы, это преступно. Нельзя. Вы знаете, любую вещь, самую ненужную, вредную, можно легко прорекламировать, просто рядом поместив голую женщину, и все. Наша культура и искусство начинают опускаться до этого уровня, что мы просто смотрим на голых мужчин и женщин. И считаем, что это верх культуры. Потому что это очень привлекательно, это стимулирует вожделение. И вы не можете оторвать свой взгляд, даже испытывая стыд. Это удивительно. Поэтому в Бхагавад-гите написано, что именно вожделение является врагом живого существа. То есть живое существо, оно божественно, оно чисто. Оно возвышенное, имеет все лучшие духовные качества, присущие каждому из нас. А вожделение трансформирует эти качества. Прямо противоположные. Поэтому вся культура, вся наука, вся духовность основана на контроле, на здоровом контроле чувств, на крепких семейных традициях, на воспитании чистого потомства. Вожделение настолько сильно, что когда рождается ребенок, он несет самскару сексуальных отношений родителей. Поэтому там есть специальные процедуры, как очистить ребенка. Одна из процедур – это обучение. Обучение – это очищение от эгоизма, на самом деле. Поэтому столько много наук раскрывается, что такое этот мир, какие тут законы, какие тут планеты, какие океаны, какие живые существа – и все хотят жить, и у каждого есть своя природа. И постепенно познавая все это, человек освобождается от эгоизма. В этом суть и смысл образования. Интересное утверждение в ведах. Вы можете не получать академическое образование, если вам повезет. Вы можете это получить другим образом. Даже не изучив письменность, вы можете быть просвещенным человеком. Такие примеры есть. Мухаммед не умел читать и писать. Пророк. Слушает весь мир. Коран, Священное Писание, из него и зашел. Если нам посчастливится встретиться с чистой личностью, которая нам передаст это смирение, считайте, что вы уже образованы. Если перевернете всю Библию, мы сможем понять с вами, что все это произведение главным образом создано для того, чтобы научить смирению человека. Это самая трудная школа, это самый смертный грех, гордыня. Или отождествление с телом, говорят веды, это то же самое.
Если себя отождествляете с телом, со своим умом, отождествляете с событиями, связанными с этим телом, и с отношениями к вашему телу, когда плохо вас говорят, мы расстраиваемся, хорошо, мы гордимся, это отождествление. Но когда мы утверждаемся в самом себе, мы освобождаемся от этой двойственности и беспокойств и утверждаемся в служении, в щедрости, в любви. Если мы достигаем совершенства, это необратимый процесс. Никто на вас не сможет повлиять уже в обратную сторону. Это необратимый процесс. Но сегодня это просто вступление. Я не буду давать большую лекцию. Мы хотим провести как бы форум. Ну, будут вопросы-ответы. Можете готовиться сейчас, писать записки. Не я один буду на сцене. Также выйдет Марина и Олег сюда на сцену, за столик. Можете посылать записки или передавать микрофоны друг другу, поскольку уже много информации очень получено за эти дни семинаров. Возможно, даже вы уже устали от информации. Но я думаю, что вам есть что сказать, или поделиться, или спросить, или прояснить что-то, или выразить свое мнение. Так что сейчас зал может участвовать в полную силу, без всякого стеснения. Вот уже есть у нас микрофоны, запущенные в зал. Пожалуйста, вас на сцену просим. Поприветствуем. Можете задавать вопросы по теме этого семинара, по другим темам семинаров и любые, какие вы хотите. Мы раскрывали свой ум несколько дней перед вами, теперь мы ждем от вас того же самого. Это же обмен. Это йога. Да? Да, слышно? Вот уже есть руки, пожалуйста. Меня зовут Ольга, я из Москвы. Александр Геннадьевич, спасибо за лекцию, за эти 3 дня. У меня вопрос по вчерашней лекции, не успела задать. Вопрос касается жадности. Скажите, пожалуйста, вот как сделать или научиться сделать так, чтобы щедрость была искренней? То есть можно дарить подарки, но это, например, сердце, может быть, не очень хочет дарить, но ты понимаешь, что вот так надо. И можно ли это как бы, ну, не считается это искусственным? Или это же, если делать на основе долга сначала, и потом сердце очистится, и уже, ну, будет само хотеть быть. Это хороший вопрос. Спасибо большое. Вот в этом вся и трудность. Знаете, что говорят веды, почему так трудно культивировать доброту, щедрость? Потому что сначала она не будет проявляться совершенно у нас. Есть щедрость в 3 гунах природы, как бы в 3 измерениях. Есть щедрость в гуне невежества, в качестве невежества. Есть щедрость в качестве страсти. Есть щедрость в качестве добродетели. И вот, когда вы сейчас задали вопрос, вы думаете уже о качестве добродетели, чтобы это было искренне от сердца, достойно личности, бескорыстно. Потому что когда я это вот практикую, я чувствую, что у меня есть какие-то примеси других качеств. Например, я могу сожалеть, что слишком много дал. Попал под влияние, да, расчувствовался. Выложил из кармана все, а потом сказал, ну что же я так оплошал. Это щедрость в гуне страсти. Когда мы сожалеем, что слишком много дали, либо даем много в надежде, что нас отблагодарят в будущем еще больше. Это в страсти. Либо на показ, ради престижа это делаем, что я человек щедро даю пожертвования, общество должно видеть это, потому что это благоприятно для моего престижа и статуса кво. Щедрость невежества – это исключительно удовлетворение собственных чувств. Я щедро трачу деньги себе на водку, на отдых, на все что угодно. Я щедрый в этом плане. Для себя я очень щедрый. В гуне страсти я щедрый для других, но в надежде, что мне отплатят за это когда-то в будущем. И в гуне добродетели именно вот эта истинная щедрость, о которой вы говорите, от сердца, из благодарности или из любви, из уважения и достойной личности в нужном месте и прочее, прочее, прочее. Например, вы щедры и даете нищему деньги, он напивается на эти деньги. Это щедрость в гуне невежества. Вы помогаете ему фактически деградировать, хотя это добро, но не полезное. Это, говорит, напрасно потраченные деньги и ваши добродетели. И когда мы напрасно делаем добрые вещи, мы потом разочаровываемся и отказываемся от добродетели. Вот в этом сложность. Мы говорим, хватит, надоело, бесполезно все это. Не работает. Поэтому сначала нужно найти достойную личность, достойное время и достойный повод, чтобы быть щедрым.
То есть главное, как бы, критерий щедрости – это сострадание. И сострадание. Все, каждый из нас, если начнет эту практику щедрости, сначала мы начнем это в невежестве и в страсти по своей еще материальной природе. И как же будет дальше все быть? Будет трудно. Будет непонимание. Возможно, вас не оценят. Как, знаете, даренному коню в зубы не заглядывают. И вот вы щедро что-то кому-то бескорыстно даете, а вас еще критикуют за это. Что вы подумаете в страсти? Как это вообще возможно? Я тут бескорыстно служу, а меня еще и критикуют. Вот больше от меня ничего не получите. Все. Это в страсти происходит. В добродетели вы все равно это делаете, потому что вы понимаете, я это делаю несовершенно. Это бескорыстно, но не означает, что совершенно. Вы должны это лучше делать. Вот это трудный момент. Когда вы еще не получаете благодарность, это означает, что добродетель несовершенная. Потому что когда вы делаете какие-то великие вещи человеку, который в невежестве, ребенку, допустим, ребенку, потому что вы щедры, и он может этого не понимать, и не отвечать, и быть неблагодарным, но вы все равно продолжаете это делать, то интересный фактор природный, что в этом случае удовлетворяется его сверхдуша. Сверхдуша одна на всех. Как бы Бог удовлетворяется этим. Это очень интересно. И когда Бог удовлетворяется вашей деятельностью, вы обретаете качество, гуну определенную. И вы можете получить эту благодарность совершенно из другого источника. Кто-то может просто восхититься вашими качествами и что-то хорошее для вас сделать. Совершенно с другой стороны. Вот как интересно устроен мир. Знаете, у меня был в детстве интересный случай, я его запомнил как урок. Тетя приехала, знакомая, мы жили на Сахалине, на острове, с большой земли прилетела и привезла, знаете, что удивительное нечто, розу. Ну там на севере розы не растут. Там тундра, там нефтяные районы. Я был ребенком, и я просто обомлел этой красоты. Я чувствителен к красоте с детства, поэтому я стал художником. Я просто обомлел, какая красота, запах, вот эти линии, нежные лепестки. Я такого в жизни не видел там на Сахалине. Я ее спросил, а он не повянет? Я очень испугался, это же цветок. Мать сказала, конечно, повянет. Я так расстроился. И тетя, чтобы меня не расстраивать, сказала, не повянет, не плачь. Вон, вот иди, вот видишь, там у тебя горшок с цветком стоит, там у нас петушок какой-то розовый, знаете, такие лопухи зеленые вот такие вот росли. Вот туда, говорит, посади его, поливай, не повянет, чтобы меня успокоить просто. И я всерьез это воспринял, пошел, посадил эту розу, воткнул в землю с надеждой, что она не повянет, и стал поливать. Но через несколько часов я подошел, она вянет. У меня трагедия. Почему вянет? Мать говорит, так-то поливай. Нужно опять, чтобы меня успокоить. Я стал поливать до вечера, но она вянет, мало поливаю, залил ее вообще водой всю. Вечером уснул с одной мыслью, как бы роза выжила. Утром едва проснулся, побежал к горшку. Боже мой, она завяла. Все, погибла. Я готов был разрыдаться, но подняв глаза вверх, я крайне был удивлен. Петушок распустился весь. Совершенно с другой стороны. Мой труд не пропал зря, оказывается. Хороший пример. Так что будьте щедрыми, даже если не испытываете ответной реакции, вы знаете, что это развивает ваши качества, вы меняетесь. Все равно этот плод придет к вам, но просто по-другому. Можно, да, следующий вопрос? Меня зовут Ольга Астрахань. Вот в продолжении темы о детях, вопрос, конечно же, о них. Как их приучить к духовной жизни? Я, конечно, понимаю, что самое главное – свой личный пример. И в то же время родители иногда поступают, скажем так, насильственным образом, как бы приобщая их к этой духовной жизни. И все-таки очень хотелось узнать, как это сделать, ну не то что безболезненно, а правильно с точки зрения духовности. И еще вопрос, не слышали вы о школе Щетинина? Вот если, допустим, у меня есть мысль ребенку отдать в эту школу, ну, как совет, если вы знаете об этой школе, что можете сказать? Спасибо. Спасибо большое вам за вопрос. Мы рождаемся с врожденным качеством послушания. То есть вообще дети послушны по своей природе. Потому что душа, она привыкла слушать Бога. И мы рождаемся, и мы хотим слушать что-то. Почему дети все время просят сказки, рассказывать им что-то, они постоянно задают вопросы. То есть у них послушание – это естественное качество. А когда у них это закрывается?
Когда ребенок смотрит на маму или на папу, маме и папе нужно четко понимать, что ребенок должен всегда слышать от вас что-то интересное. Но так как в основном ребенок слышит «нельзя», «перестань», «прекрати», «а ну-ка сядь», бесконечное «нельзя», 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 то ребенок замыкается, потому что для него звучит как «нельзя жить». А он хочет жить. И поэтому для того, чтобы спастись от этого, он становится психологически глухим. Поэтому первое, что мы должны научиться говорить об интересном. Если вы хотите заинтересовать ребенка Богом, значит, вы так должны уметь рассказывать о Боге, чтобы ребенок сидел, раскрыв рот, вас слушал. И каждый раз вы должны останавливаться на самом интересном месте, чтобы ребенок ждал продолжения. Такова особенность ребенка. То есть он движим интересом, и мы, собственно говоря, тоже с вами движим и вкусом. Если мы просто будем назидательно вам тут что-то такое говорить, прописные истины такие, вам станет скучно, невыносимо и просто тошнить начнет. Поэтому нужно вкус передать. Что касается школ Щетинина или школы, которые Шалва Александровича Аманашвили дают методику, то это замечательные школы, в которых есть личностный подход к детям. Однако они разнятся немножко. Я слышала о школе Щетинина, там больше для таких... Ну, более таких как бы воинственные по натуре такие. Они там им дают такие задания серьезные. Например, я слышала, как мне один ребенок рассказывал: иди построй баню ребенку, или иди построй там, иди выучи физику за 5 класс. И ребенок: а куда, что, как? И он начинает общаться с другими детьми. А как мне это сделать? И они начинают друг другу помогать. И в конечном итоге дают ему на это месяц, предположим, или 2 месяца. Через 2 месяца ему говорят: иди преподавай в младший класс. Вот, то есть там вот такая самостоятельность очень серьезная. И чтобы у ребенка не было каких-то вот таких травм, нужно подбирать тоже школы. Шалва Александровича Аманашвили очень удивительный подход. У нас есть школьный проект, мы помогаем детям, тоже передаем вот эти знания детям. И там был такой случай, один ребенок, он постоянно сидел в наушниках и нас вообще не слушал, в категорической форме. Мало того, у него такой вид был, ну просто отстаньте от меня, вот что называется. И мы спросили у Паата Аманашвили, это сына Шалва Александровича, как бы вы поступили? В основном на него кричат, ругаются учителя, но он знает, и у родителей такая же практика, он еще больше замыкается. Пата говорит: я бы подошел к нему и сказал: дай мне послушать. И сидел бы очень внимательно, слушал его музыку. Потом бы нашел что-то хорошее в этой музыке. Потом сказал: извини, пожалуйста, можно я пока к детям сбегаю, а потом я к тебе вернусь. И потом он вернулся к нему. Это он рассказывал свою реальную историю. То есть ребенок, он уже начинает потихоньку доверять. Почему ребенок заткнул уши? Есть причина на то очень серьезная. Не думайте, что ему так хочется этот бумс-бумс слушать. Это значит, что снаружи нет ничего более интересного. Ну, вот так, если очень коротко. Поэтому просто найдите интерес и сумейте передать это ребенку. Приходят разные записки. Давайте, может быть, мы также будем на записки еще отвечать. Благодарю, Надежда. Одной жить, я поняла, это карма. Но я живу одна 26 лет после развода, воспитывая 3 детей. Сейчас мне 50 лет, как сейчас мне поступать? Эту карму убрать в этой жизни? Ну, Надежда, вы уже не одна живете, вы живете с 3 детьми. Женщина в самом общем случае, она член семьи всегда. Просто не считайте, что мужчина создает семью. Потому что женщина живет в семье, и семьей являются дети, родственники и все общество. То есть для женщины очень важно общаться, быть нужной, проявлять свою материнскую энергию. Природа женщины – это материнская энергия. Материнская энергия, она направлена не только на собственных детей. Это просто природа матери заботиться обо всех. Поэтому проявляйте эту энергию, и вы никогда не будете одна. Когда женщина проявляет материнскую энергию, она чувствует связь с Богом. Материнская энергия – это природа женщины. Не беспокойтесь о карме. Карма – это не наказание, карма – это развитие. То есть нам даются какие-то ситуации для нашего роста. Вот что важно понять.
И важно стремиться не внешнюю ситуацию изменить, а внутреннюю. То есть каждая ситуация она чему-то обучает. Если у вас есть сыновья, но нет мужа, как вы пишете, уже 26 лет, хорошо, по отношению к сыновьям развивайте свою женскую природу. То есть воспринимайте их как мужчин, принимайте их авторитет, спрашивайте их мнение, говорите им, что вы слабы и что вы нуждаетесь в их помощи. Так вы реализуете ту женскую природу, которую не реализовали, может быть, когда муж был рядом с вами. То есть в самом общем случае учите эти внутренние уроки. Вот общее, что я хотел бы сказать. Подскажите, пожалуйста, как помочь мужу найти Бога и прийти к вере? Хорошо. Есть люди, взрослые люди, которые в духовной жизни еще дети совсем. И если это так, то в этом случае ваша духовная жизнь будет подобна счету в банке. Как родители. Они заботятся о детях именно так. Они откладывают эти деньги на счет в банке. Нельзя давать деньги детям, которые не знают, как с ними обращаться. Это будет попусту. Но когда ребенок взрослеет, он сам спросит в какой-то момент, когда захочет вести самостоятельную жизнь, зрелость какая-то, духовный опыт придет, он спросит: мама, папа, а для меня есть какие-то средства, деньги, наследство? Он сам спросит вас об этом. И то, что ваши родители на глазах работали, выполняли свои обязанности, это нас воспитывало и обучало. Также, если вы рядом будете духовно продвигаться, это тоже будет постепенно обучать и воспитывать человека. Если попытаетесь дать человеку духовные ценности, который еще совершенно не понимает назначения этих вещей, как это приложить, куда и для чего практически, какой там смысл, мне кажется, бессмыслица, он подобен еще ребенку. Поэтому важно, что у вас есть своя практика, есть свое терпение, есть свое благоприятное расположение к мужу и позиция, и в течение каких-то лет, времени результат придет. Рано или поздно он заинтересуется этим, что вы-то рядом. Капля точит камень. И постепенно, когда есть критическая масса, возникают вдруг вопросы и потребности. Таких примеров немало. Это в том случае, если у человека пока нет просто интереса, это не проблема. Но если человек проявляет агрессивные качества против духовности, как бы демоничные, это сложнее вопрос. Возможно, здесь ничего не получится. Это редко, но бывает. Редко, когда человек становится именно агрессивным, гневается, злится, начинает драться с вами, угрожать разводом, требовать что-то, бить вас, запирать в квартире. Ну, вот что-то такие вот приемы. Тогда трудно что-то поделать. Если он просто пока не интересуется, это не беда, интерес пробудится. В каждом человеке, говорят веды, можно пробудить добродетель собственным состраданием, терпением, любовью и временем. В Пуранах есть глава, посвященная рождению Иисуса Христа. Назовите, пожалуйста, главу. Это называется Бхавишья Пурана. Это Пурана, которая предсказывает будущее. Там описано не только явление Иисуса Христа, но также явление пророка Мухаммеда и его миссия. Бхавишья Пурана, можете в интернете набрать, прочитать эту информацию. Вопрос, как правильно перейти на вегетарианскую пищу? Вопрос от разумного человека, потому что вегетарианство – это не просто сейчас дань моде, потому что сейчас огромное количество вегетарианцев становится, просто потому что заметили, что вегетарианцы моложе выглядят, что они более здоровые. Ну, например, Гитлер тоже был вегетарианцем, потому что он заметил, что наиболее выносливые животные – это вегетарианцы, поэтому он хотел быть очень выносливым. То есть вегетарианцы вегетарианцам рознь, есть разные мотивы для вегетарианства. Наш мотив для вегетарианства – это ахимса, это нежелание причинять никому насилие. Для того, чтобы перейти на вегетарианство, нужно… Я помню, когда я решила стать вегетарианкой после лекции Александра Геннадьевича Хакимова, я переживала, что я буду есть теперь только свеклу и картошку.
Я очень решительно настроилась, ну, и размышляла, ну, винегрет же можно, ну, вот жареную, вареную картошку. Нужно на самом деле найти очень вкусного кулинара, вегетарианца. И сейчас очень много рецептов замечательных есть в интернете. И мало того, нужно еще, ну, поискать, много материалов есть на наших сайтах, тоже есть материалы, насколько это полезно, потому что очень часто начинают смущать, что вы незаменимые аминокислоты не будете получать или еще что-то. Но вот из 7 незаменимых аминокислот 5 есть в гречке. То есть, ну, это настолько легко, бобовыми, орехами, зеленью. Одним словом, вам нужно внутри себя как бы понять, что это на самом деле абсолютно полноценная жизнь. Полноценная, радостная, и я вас очень поздравляю с этим. Здесь вот подойдите к ребятам, которые на кухне, они вам столько всего расскажут интересного. Вообще, вам понравилось? Есть что-то вкусное было? Вас кормили за это время? Спасибо большое. И очень важно закатывать вегетарианские пиры, потому что дома тоже не должны чувствовать ущербность в связи с этим, чтобы вы были такие хорошими гурманами. Вот, спасибо большое. Как поймать убегающий ум и успокоить его? Медитация не поможет? Это вопрос, продолжение того, что Марина говорила. Я хочу сказать, что ум беспокоен тогда, когда мы неправильно живем. То есть очень важно понять, что все наши трудности какие-то, проблемы, которые есть в нашей жизни, нужно решать целостным образом. Целостным — это означает понять личность как целое. Здесь разные потребности, разные задачи. Есть физический уровень, есть эмоциональный уровень, интеллектуальный, духовный. Вот это все целостная личность. Когда человек живет целостно, когда он правильно реализует все свои главные потребности, у него ум успокаивается сам собой. Беспокойный ум — это означает, что нарушены какие-то законы мироздания, то есть нужно менять образ жизни. Марина говорила о том, что даже в случае вегетарианства, если вы хотите стать вегетарианцем и отказаться от мяса, нужно в вегетарианство идти как в сферу счастья, в сферу радости, а не в сферу ограничения. Сфера счастья, сфера радости — это означает, у вас есть понимание. То есть вы понимаете, зачем вегетарианство. То есть вы не хотите проявлять насилие в этом мире. То есть когда человек понимает высшие смыслы, у него возникает вкус, желание туда идти. Как говорил Франкл, один из очень известных людей в психологии западной, человек движим смыслом. Если у человека нет смысла, ему не хочется жить. Итак, нужно понять смысл. Это, смотрите, это удовлетворенность на уровне интеллекта. То есть интеллект, чтобы был удовлетворен, спокоен, ему нужно понимание ценностей высших. Итак, в целом, отвечая на этот вопрос, как успокоить ум, я хочу сказать, что человек должен реализовывать свои главные потребности. Например, если вы женщина и не реализуете свою женскую природу, у вас всегда будет беспокойный ум. Если вы мужчина, и вы не реализуете свою мужскую природу, какой бы медитацией вы ни занимались, у вас будет беспокойный ум. Потому что вы нарушаете закон предназначения, который дается. Вы отказываетесь от того пути, который вам дается в жизни. Итак, важно на всех уровнях – физическом, социально-эмоциональном, интеллектуальном и духовном – правильно жить. И вот когда человек правильно живет на всех уровнях, у него ум автоматически спокоен. Что касается медитации, то медитацией нужно заниматься в любом случае. Даже если мы еще не разобрались со всем остальным, там, где мы что-то нарушаем или не нарушаем, медитацией нужно заниматься в любом случае. Почему? Потому что медитация — это духовный уровень. И отсюда воздействие на ум, оно будет самое глубокое. Поэтому если вы еще не разобрались, правильно вы живете или неправильно, начните заниматься медитацией. Через медитацию придет понимание. И вы сможете для себя осознать, что и как вам нужно менять в жизни. И еще пару слов добавлю к этому очень красивому ответу. Иногда просто путают люди медитацию с релаксацией. То есть такое некое состояние особого сна, они путают вот это расслабление глубокое с медитацией. Релаксация — это подготовка к медитации.
А медитация – это возвышение ума. Как правило, медитация без философской подготовки слабая. То есть мы должны знать хотя бы сначала теорию, что такое абсолютная истина, что такое абсолютные законы бытия, что такое вообще абсолют. Например, любовь в какой сфере относится, к относительному миру или к абсолютному миру? Изначально к абсолюту. Как вы это понимаете? Почему это так? Медитируйте. Размышляйте вверх. Почему она абсолютна? Например, кто-то вот любит компот, а кто-то любит чай черный. Вот любовь у них разная, она относительная. Но вы говорите, что она абсолютна. Что имеете в виду? Источник абсолютен. Почему вы так думаете? Потому что любовь присуща природе любого живого существа. Любви покорны все возрасты и все формы жизни, даже микробы. Да, да, да. Если у вас есть любовь, то даже микробы вас по-другому мучают. Даже болезни по-другому протекают. Правда, 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 правда. Все, все по-другому. Даже паразиты в нашем теле, они возвышаются. То есть благо получают все. Это абсолютный принцип, верно, верно. Вот мы уже начинаем постигать абсолютную истину прямо перед нами, вот как вот можно ее применять. Делая это, вы ощущаете абсолютную истину, осознаете ее. Это называется медитация. Возвышаете ум до абсолютного уровня. Каждое утро сначала расслабление, но тут одно предупреждение – не усните, иначе всему конец. Медитация не должна быть переходить в сон. Иногда вы так хорошо расслабляетесь, что погружаетесь в такое состояние, что час проходит как одна минута, правда? Это был сон, не медитация. Особое состояние сна или глубокое состояние покоя и отдыха. Вы просто хорошо отдохнули, думаете, о, какая хорошая йога. Но настоящая йога – это совсем другое. Вы можете находиться в медитации час. Час – это сильная, это большая работа внутренняя, понимаете? Это сильная очень работа, это аскеза. И затем, благодаря этой минуте, вы встаете и идете переворачивать горы. Вот это медитация. У вас такая вера, такая мощь внутренняя, такое видение, все ясно становится, что нужно делать. Никаких сомнений, это медитация называется. Вы готовы к деятельности. Вот каждое утро медитация, потом деятельность. Вечером отдых, приятное, хорошее общение с близкими друзьями. Мне вот тут ребята принесли вот с полок, вот где там книги продают, рецепты вегетарианских блюд. Очень замечательный диск, где собраны замечательные вкусные рецепты, проверенные, легкие, с теми продуктами, которые есть в магазине. Поэтому, пожалуйста, вы можете подойти и приобрести. Здесь вопрос мы на троих распределим. Это интересная тема. И, возможно, даже кто-то из зала захочет свое мнение выразить по этому вопросу. Неплохо было бы обсудить все вместе. Возможно ли духовность вне религии, или человек должен определиться, выбрать для себя путь, то есть религию, или можно всю жизнь и махамантру читать, и в православный храм ходить? Интересный вопрос? Давайте обсудим. Мы потом спросим у вас тоже. А что такое духовность? Из зала? Образ жизни? Вера? Развитие? Рост? Связь с Богом? Любовь? Все правильно говорите. Значит, я суммирую все, что вы сказали. Духовность – это качество человека. Согласны? Смотрите. Вы можете быть христианином, кто-то может быть мусульманином. Я могу причислять себя к ведической культуре, философии. Это внешняя черта. На самом деле я не причисляю к этому. Никогда себя к религии никакой не причислял, не причисляю. Я рос атеистом. Я не религиозный человек. Но меня интересует абсолютно истинный Бог. Не религиозным образом, никаких религиозных настроений. У меня интерес чисто научный к этому. Разница может быть этническая в языках, в одеждах, в обрядах. Веды говорят, это несущественно, не принципиально. Об этом не спорят, об вкусах, это не обсуждают. Об этом
не ссорятся никогда. Это не причина для разногласий. Но что общего? Качества должны быть одинаковые. Чистота должна быть у всех. Культура должна быть одна. Неважно, какой вы национальности, какого возраста, какой религии. Культура должна быть одна. Высшая культура должна быть. Если я еще не могу следовать высшей культуре, я иду в этом направлении. Я выбираю ту религию или ту группу людей духовных, которые соответствуют моему уровню. Вот и все. Но цель у всех одна. Что? Любовь к Богу. Видите? Есть религия, а есть цель религии. Если вы стремились к цели религии, то вам не всякая религия подойдет. К любви к Богу непосредственно. Знаете, Христос об этом говорил. Вот посмотрите, как он дал религию интересную. Я этот пример, кстати, недавно приводил, по-моему, на Бхакти-йоге. Дело в том, что когда к Иисусу подошел человек, или здесь я говорил этот пример, богатый человек, богатый человек подошел к Иисусу и сказал: «Учитель, все, о чем ты говоришь об этих заповедях, о всепрощении и других вещах, о любви к ближнему, я делаю с рождения, я в такой семье родился и вырос. Я в очень духовно-религиозной семье вырос. Я это унаследовал. Что мне скажешь, какую дашь мне религию?» То есть, если вы никого не убиваете, вам не нужна заповедь «не убий». Если кого не обманываете, вам не нужно говорить «не обманывай». Это оскорбление будет, не заповедь, а уже оскорбление. Но если я склонен к убийству, мне нужно напомнить «не убивай». Если склонен к воровству, мне нужно напоминать «нельзя». И если он говорит: «я это все унаследовал с детства, у меня таких склонностей. У меня род благочестивый, все духовные мои предки. Что мне скажешь?» Иисус сразу сказал ему одну вещь. Хотите узнать об этой религии? Что же должен человек, уже следующий всем заповедям, как для него миссия? Сними сандалии. Сначала раздай все имущество бедным, сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной, он сказал. У тебя появляется миссия, предназначение в жизни. Вот с этого уровня, когда ты чист, у тебя есть особое предназначение. Ты не будешь теперь просто жить для того, чтобы есть и спать. Ты будешь есть и спать, но совсем для другого, для того, чтобы жить. Новая жизнь начинается. То есть, если мы еще не освоили предварительные принципы религии, такие нравственные, этические нормы, то миссия не открывается, смысл как бы высшей деятельности не открывается, назначение человека не открывается, мы все еще путаемся, несмотря на религии, в своих распрях, ссорах, выяснениях. Поэтому сейчас мы говорим о качествах, не о религии. Духовного человека можно определить не по конфессии, а только по качествам. Можете одеть духовную одежду, но если нет качества, какой в этом смысл? А можете носить брюки, но иметь качество. Это нормально. Это цель, это смысл. В этом смысле. То есть по качествам, чисто качественное измерение. Это духовность. Поэтому здесь приступите практически к этому вопросу, подступите. Что вам больше, быстрее всего помогает развивать качество? Вот есть такие процессы. Например, взять свой собственный нос. Как я могу? Вот есть такой путь. Во. Йогический. Потому что обычно люди думают, что если речь идет о йоге, о какой-то абсолютной истине, должен быть очень какой-то трудный, сложный путь. И когда ему так вот все объясняют, они думают: да, это что-то невероятно. Это же просто невозможно представить, понимаете, в два оборота и занос. А когда им говорят: да вот так вот просто, они думают: ну это слишком просто. Просто повторять святые имена и все. Это так, не думайте, что так просто. Попробуйте. Вы сразу увидите, что медитации ум убегают, начинают думать там, сям. И это работа глубокая. И только Святой Имя может обуздать ваш ум. И ничто другое вообще не подчиняется. Невозможно. Он усилен, как демон. Внутри меня эта сила есть, представьте. Я с ней не могу справиться. Но когда вы призываете высшие силы, высшие божественные силы, они умиротворяются, эти демонические качества. Они слабеют просто. Они начинают просто спать. Знаете, есть люди, которым философию рассказываешь, они сразу засыпают. Как в шахматы, если они не умеют играть, им скучно. То есть не понимают, не сознают этого всего. Так вот, демонические качества, они не понимают философию, им не нужны знания, это просто инстинкты. И как только они слышат, они просыпаются. Что такое? Где? Возбуждение какое-то это их привлекает. А когда философия, умиротворение, отключаются.
Демонические качества слабеют, когда вы повторяете священные звуки, священные тексты, общение подобное, в сатвагуне. Они слабеют, слабеют. Вы почувствуете, как вам хорошо становится в этом процессе. Возможно, мало что еще понятно, но покой в душе. Знаете, когда-то я распространял книги на Урале в 90-х годах. Во времена, ужасные времена, людям нечего было есть, пенсионерам не платили пенсию. Холод, зима, в магазинах продуктов шаром покати, все по талонам. Я еще пошел книги распространять зимой, у нас там был марафон. Мы продолжали эту миссию Гиту, я предлагал людям прямо на улице в то время. Я был тогда молодой. И я смотрю, а люди все злые-злые. Представьте, денег нет, тут еще им толкают какие-то книги за деньги. Да еще Священное Писание спекулирует. Ну вот так они все понимали. Очень трудно было их убедить, что мы это от души, как бы миссия, потому что это цену стоит тоже. Но у меня долг, я пытаюсь. Идет какая-то бабушка. Я прямо в магазине стою, вот этого полупустого. Люди злые заходят туда, злее еще обратно выходят. Я чувствовал, что меня могут даже побить там, если я что-то неправильно сейчас скажу, меня не поймут, просто побьют за это. И идет бабушка какая-то, старуха с палкой, вот, знаете, вот на эти ступеньки поднимается к супермаркету, и тут я с книгой. И из исполнения долга просто говорю, вот хотите посмотреть книгу? А сам думаю, что я делаю? Старуха, пенсионерка, вот видно, одна живет, вообще сама идет в магазин, такой холодину. Наверное, есть нечего. Думаю, даже откажется все равно. Ну, хотя бы посмотрит картинки там, и то хорошо. Название прочитает. Она взяла книгу, полистала. Я ей пару слов сказал, думаю, что сейчас уйдет. Достает деньги из кошелька, все, что там были, и отдает мне. Берет книгу и уходит обратно. В магазин больше не идет. Я думаю, что я натворил вообще? Ей точно есть нечего. Даже мне есть сейчас нечего. А этой женщине, это пенсионерка, пожилая. Думаю, нет, завтра я приду сюда же в это время. Если ей книга не понравится, она же придет сюда. Я ей верну и деньги, и еще что-нибудь дам вдобавок. И я пришел на следующий день, переживая о ней. Точно идет прямо ко мне. Думаю, ну вот, несет книгу обратно. А вокруг меня люди злые, которые что-то тут толкают, что это такое. Я говорю, ну это священная книга, священное писание. Что, на этом деньги уже делаете, да? Вот вы все тут продаете, вот тут сейчас тут то, другое, третье. Все торгуют чем-то. Люди раздражены. И тут она подходит и говорит, покупайте. Сердце успокаивается. Читаете, говорит, покупайте. Это то, что, говорит, там сейчас всем нужно. Вот такая была история. Продолжаем эту тему. Продолжая эту тему, каждый что-то может сказать. Так, вопрос, можно ли повторять Маха-мантру, одновременно ходить в православный храм и так всю жизнь? Это нормальное начало, но не очень хороший конец. Что значит нормальное начало? Нормальное начало – это означает, мы проявляем любопытство и интерес. По большому счету, чтобы найти свой путь, нужно попробовать. Например, как мы можем определить, какая пища нам нравится? Есть только практический путь, правда ведь? Поэтому, если вы ищете свою духовную традицию, попробуйте. Попробуйте разные традиции. Есть эта удивительная книга «Раданатхи с вами». «Путешествие домой». А кто ее читал, кстати? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, кто не читал, я очень рекомендую. Почитайте эту книгу. Это человек, который искал истину, искал свой путь. Как? Он жил в разных монастырях, он общался с разными святыми и пробовал, искал. Это первое, что я хотел бы сказать. То есть нужно пробовать. Это в данном случае очень хорошо, когда вы пробуете разные традиции на вкус, на непосредственный свой вкус. Второе, что я хотел сказать, если вы действительно заинтересованы найти свой путь, постарайтесь искать с чувством, как бы с просьбой к Богу, чтобы Он помог вам найти путь. Не вы его ищете, а вы доверяете Богу. Вот это очень важное настроение, потому что Бог лучше знает, куда вам сейчас идти и как вам развиваться, и где то место и те люди, с которыми вам будет лучше всего сейчас делать свой собственный духовный путь. Поэтому вот это настроение в сердце, когда вы вручаете как бы свою жизнь Богу и имеете эту внутреннюю молитву, пожалуйста, веди меня, вот это то, что вас в итоге приведет. Какие молитвы вы при этом будете повторять, это не так важно. Бог откликается на настроение. Вот если будет это настроение доверяющего сердца, все достаточно быстро проявится в вашей жизни. И третий короткий ответ, который я дам, ищите путь через личностей, которые имеют духовный опыт. Не опирайтесь на свои чувства, они достаточно ошибочные. Что-то красивое, некрасивое, какие-то здесь нравится, здесь не нравится, здесь плохие одежды, здесь хорошие.
Здесь такие-то носят прически, здесь другие. Это все наши чувства. Общайтесь с духовными людьми. Вот через них путь проявляется. То есть те люди, которые реализовали духовный опыт той или иной традиции, вот они показатели. И общаясь с ними, вы почувствуете, ваше это или не ваше. Я не знаю, есть ли мне что-то добавить. Я могу сказать, что в свое время я вот так делала. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари. И у меня было ощущение какое-то христопродавца какого-то. Что-то я ужасно себя чувствовала при этом. У меня на алтаре все, что можно было вообще, вот как это, на всякий случай, что называется. Вот, это отсутствие веры. Это когда страх движет. И страх, он на самом деле делает все на всякий случай. И боится, вдруг его Иисус осудит, или там Мухаммед за углом пришибет, или что-то такое. Это к Богу мало имеет отношения на самом деле. Это сомнение. Но этот этап важный. То есть нужно идти вглубь. И я очень созвучно хочу сказать то, что говорил и Александр Геннадьевич, и Олег. В любом случае нам нужен учитель, проводник, живой пример. В свое время я помню, думаю, да что ж такое, все старцы умерли. Я прям, а Оптинский хоть один старец остался? Нет, не остался. А вот, знаете, в Караганде один старец остался, я в Караганду уже умер. И у меня было такое отчаяние, думаю, да что ж такое. И было ощущение дефицита. Как будто Господь какими-то дозами дает, а потом, ну извините, как-то вот на вашу долю не хватило. И у меня было реальное такое чувство, ну неужели так вот, что, вот ни одного святого на земле, что ли, не осталось? Вот, просто ищите. Когда ученик готов, появляется учитель. В учителях проблем нет на земле, с учениками проблемы. Поэтому искренняя душа, ищущая, она непременно начнет встречаться и так, что вас просто подхватят под руки и поведут. Как только вы искренне, не из страха, а искренне откроетесь. Спасибо большое. Один батюшка, православный священник, приходил на мои лекции в Киргизии. Мы с ним познакомились. Он пригласил в свою церковь. Показал сам проявленные иконы, стал рассказывать. Очень такой добрый человек оказался. А потом говорит, вот на эту дверь, это моя келья. Вот тут я молюсь. И на двери его кельи изображение Будды. Я говорю, батюшка, ну а почему Будда? Вы же православный священник, вот, добрый Иисус. А говорит, а я расскажу, почему. Меня, говорит, преследовали духи много лет. Регулярно, почти каждую ночь. Вот не мог уснуть вообще, я так страдал. Только глаза закрою, свет выключу. И эти ужасы, и начинаются, эти крики в уши визжат, кричат, рожи корчат. Тут передо мной все, это свистопляска какая-то. Я думаю, Боже мой, уже молитвы читаю всю ночь, Иисусову молитву, и Отче наш. Уйдут, снова возвращаются. А тут я читаю жизнь и писание Будды. Как-то дочитал, под впечатление попал, понравилось. И снова засыпаю, и опять этот кошмар. Господи, говорю, именем Господа Будды, провалитесь вы все в ад. И тут, говорит, визг, грохот какой-то, треск, и все. С тех пор, говорит, тишина. Вот поэтому я, говорит, Будду здесь вот. То есть это работает. Если что-то работает, принимайте. Это не важно, это православное это называется или буддийское. Есть много общего, много полезного во всех как бы, духовных направлениях. Если, допустим, ваш дом горит, вы звоните по телефону в пожарную охрану и говорите, мне русскую из православной церкви пожарную охрану, пожалуйста. Но у нас нет, у нас только, вот знаете, китайская. Ну тогда, простите, я не могу. Я верующий человек. То есть посмотрите на это практичными глазами. Есть способ подняться на сотый этаж пешком. Трудно, но можно. Есть лифт, выбирайте уж вы сами.
То, что сейчас раскрывается перед нами, ведическая традиция, это скоростной метод, конечно же. Это мы знаем на опыте и по многим другим как бы признакам. Поэтому вы уж сами решаете, как принимать, как идти этим путем. Важно, чтобы вы встали на этот путь. Остальное детали, детали нас не касаются, это личный выбор. Да, да. Добрый день, я здесь вот, левее от вас. Вот я. Меня зовут Олег, я из Вологды. Я в свое время был в христианской религии, читал молитвы христианские. Но как-то был случай, ехал я в машине, и перед дорогой, естественно, помолился. А потом, как обычно, включил диск мудрецов, и оказался Олег Георгиевич, читал лекции «Путь к счастью». Вот, и я услышал там мантру «Ом намо бхагавате васудевая». Вот. И я на ходу прямо стал ее петь, повторять за Олегом Георгиевичем и другими мудрецами, которые ее пели. Вот. И вы знаете, у меня прямо в пути вот эта связь восстановилась. Я реально не понял, что произошло. Я даже остановился, попробовал еще пропеть мантру второй раз, третий. И вы не представляете, ощущения были совершенно замечательные. Вот. И действительно, такое впечатление, что связь с Богом установилась прямо во время пути. Вот. И я особо не напрягался, не уходил там в медитацию. Просто все было как-то на ходу происходило. И я не оставляю христианскую религию. Я по утрам вместе с четками 108 раз произношу «Хари Кришна, Хари Рама». После этого читаю «Отче наш». После этого я пою мантры, после этого молитву оптинских старцев. Вот. И вы знаете, я не ищу, что лучше, что хуже. Мне помогает и то, и другое. И Бог у нас один, и поэтому помогает все. Вот. Спасибо. Знаете, что общего всех духовных практик? Гьяна и вайрагья – это общие вещи. Общие. То есть это путь отречения. Какой бы вы духовный путь ни взяли, это путь отречения. Это путь знания, развития знания. В этом нет различия. Но иногда цель не представлена до конца. Мы говорили об этом. В этом есть смысл. Не все раскрывается сразу до конца. В некоторых как бы, учениях цель не раскрывается полностью. Смысл. Как, например, в Коране пишется, что есть 99 имен Аллаха, но есть еще сотое, нераскрытое имя. Познав сотое имя, вы будете творить чудеса. Но сотое имя не приводится. К этому говорится, что придет время. Намек дается на это. Также намек на Бога есть во всех религиях, кроме буддизма. В буддизме там шунья, там нирвана. Там не существует концепции Бога или души. Но в религиозных системах везде дается намек на Бога, но конкретного описания не приносится. Поэтому мы обращаемся к ведам, поскольку там подробно есть это описание. Вы можете это описание использовать, я, например, общался с учителями ислама в Бухаре. Они сказали, вот мы не согласны, потому что христиане не делят единого Бога, есть только Бог, и кроме Бога нет никого, но у них троица, вот тут у них разногласия. Говорит, мы не признаем, мы считаем, что это отклонение. Но я сказал, нет. Здесь нет противоречия, он один, один. Но у него много аспектов, один объект имеет много аспектов. И он заинтересовался, этот учитель сказал, погодите, объясните между разницей объектом и аспектом. И мы обсуждали эту тему, он сказал, здорово, мне нужно знать вот этот объект и аспект. Аспектов очень много, говорит, я один, но стану многим. А где-то говорится, нет сотоварищей, нет равных, поэтому он только один. Невозможно. Но веда говорится, есть целый пантеон, иерархия, гигантские иерархии. До того, как вообще понять, кто такой верховный, мы должны познать эту иерархию, чтобы понять, насколько он верховный, насколько он велик. Он велик, но вот насколько велик, это потрясающая картина. То есть веды, они объясняют размеры Вселенной, количество Вселенных, в принципе, в одном выдохе Махавишну, сколько их. Что такое духовные миры, каковы их даже размеры. И какой принцип существования, представьте, знания, которое невозможно проверить никаким опытом, невозможно просто. Как ученые проэкспериментируют, скажем, теорию возникновения жизни или возникновения Вселенной? Для этого нужно было бы создать практически экспериментально эту Вселенную, это невозможно.
Это уже за пределы наших возможностей выходит. Вот эти ведические книги описывают то, что выходит за пределы наших представлений и восприятия. И только оттуда мы можем понять вот эти вещи запредельные. Есть упрощенная система. Допустим, в одном месте давал лекцию, и один человек, цыган, присутствовал. Он неграмотный был, цыган. И он прослушался с интересом и сказал: ну, у вас все сложно. На самом деле все проще. Я говорю: расскажите, как вы видите? Он говорит: все просто. Есть Бог и черт, и все. Вот есть такие простые представления тоже о религии. Может быть и так. Для кого-то Бог — это просто превосходящая любая сила. Бум, гром с неба. Ой, все на колени. Превосходящая сила. Кто-то так понимает превосходящую. Для кого-то Бог — это большая гора, допустим, поклоняются. Это тоже гигант какое-то, проявление. Стихийное бедствие или там анаконда. Кто-то поклоняется анаконде в Амазонке. Потому что это тоже гигантская превосходящая сила. Нет средства против нее. Но ведические книги, они описывают целую иерархию до конца открывается это все. Но там, поскольку очень сокровенные вещи, они не раскрываются сразу же. Бог не просто могущественный, Он самый чувствительный, Он самый нежный и любящий, поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Очень осторожно подходить именно к этому вопросу. Поэтому все священные писания очень осторожны. Где-то говорится: не изображайте Его, не придумывайте Его. И все испортите, потому что все не так, как вы думаете, все не так, как вы понимаете. Поэтому пока просто вот молитесь, кайтесь, очищайтесь. У меня еще вопрос. Можно? Сразу же вопрос, можно? Хорошо. У меня вопрос: как сподвигнуть богатого человека заниматься благотворительностью? И второй коротенький вопрос. Энергия денег к мужчине поступает благодаря его разуму. Каким образом они поступают, энергия денег поступает к женщинам? Не в обиду женщинам. Через разум мужчины? Женщина получает от мужчины, от мужа? А как она еще получит деньги? Она вдохновит мужа, муж заработает, принесет, отдаст деньги ей. Знаете анекдот, почему у мужчины морщины вот такие, как у меня, поперек, а у женщины морщина на лбу вот такая, то есть вдоль и поперек. Когда муж приходит с работы, жена говорит: где деньги? Какие деньги? А, здесь, давай мне все сюда. Она получает деньги от мужа. Если он приходит и забывает отдать деньги, ложится спать, она сама из кармана все достает, сама считает, сама распоряжается. Верно, правильно, нет? Нет, неправильно, нет, я ошибся. Обычно женщины получают деньги от мужа. В наше время эмансипация, они тоже стремятся зарабатывать независимо, но это неблагоприятно, не очень благоприятно для женщин. Не лучший вариант. Мы не осуждаем это, но это не лучший вариант. Для семьи, как бы для цивилизации лучше был порядок природный. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть как это стремление к развитию духовности соотносится с этой заповедью блаженства? Заповедь блаженства. Тут парадокс, вот это уникальный момент. Чем больше вы обретаете любовь к Богу, тем больше вам кажется, что у вас ее нет. Все наоборот. Это называется лаулиям, жадность. Читание Махапрабху, который обрел совершенство любви к Богу, в 15 веке эта личность приходила. Он всегда говорил: у меня нет любви к Богу ни капли. Если бы у меня была бы хотя бы крупица любви, я бы давно бы уже умер. Но я-то продолжаю жить. Значит, у меня нет любви к Богу. Ахмед Ясауви, Туркестан, Казахстан, священное место, там его самадхи, суфий. Но он там занимался своей практикой духовной с учениками. В конце жизни находился в изоляции в келье. Ему просто поставили пищу через окошко. Он молился круглые сутки. Он не различал дня и ночи. А затем последний год или два, или полтора, он стал каждый день проводить на крыше и смотреть напряженно в степи. Вокруг степи бескрайней Туркестана. Ученики думали: что с учителем? Что происходит? Он что ли ищет кого-то или ждет? И ученик один доверенный подошел к нему и спросил: учитель, что ты ищешь? Почему так смотришь целыми днями в степь? Я жду, когда Бог за мной придет. Ой, Боже мой, что-то с ним случилось.
какая-то травма, может, какое-то психическое отклонение. Они забеспокоились. Ну как, Бог пойдет через степь, что ли? Он о чем думает вообще? И так продолжалось до какого-то дня. Но однажды он не поднялся на крышу, а пошел в степь, не оглядываясь. И ученики за ним. И он шел, пока не умер. И знаете, что он сказал перед смертью? Почему самадхи построены? Почему это место священное? Все там грехи очищаются, болезни очищаются. Он сказал, какой же ты прекрасный. Улыбнулся широко и оставил тело. И так, если человек обрел любовь к Богу, он всегда будет думать, у меня нет никакой любви к Богу. Я очень нищий духом. И вот они обретают, говорится, вечное блаженство, эти люди. Если человек думает, у меня так много любви к Богу, о-го-го, это гордость. Это не сознание божественное. Настоящее божественное сознание никогда не демонстрируется. Это сравнивается с поведением целомудренной женщины. Если какая-то часть ее тела случайно обнажилась, немедленно она ее закрывает. Она это не будет демонстрировать. Это настоящая бхакти в сердце. Это признак. То есть никакого шоу из этого не устраивается никогда. Это глубоко в сердце. Это трудно понять кому-то еще. Ваши отношения с Богом никто никогда не поймет. Это невозможно. У каждого есть своя ценность неповторимая. Александр Геннадьевич, можно спросить? Да я. Далай-лама однажды сказал своим ученикам, что истинная духовность всегда должна интегрироваться в жизнь в форме сострадания ко всем живым существам. И далее он продолжил, что сострадание истинное, в свою очередь, должно быть прикладным. То есть оно должно, в свою очередь, интегрироваться в действие. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ко всем правилам, предписаниям, например, качеством описан, сострадание, смирение, скромность, отсутствие ложного эго, непривязанность к материальному, стремление к знаниям. Какие бы правила, предписания хорошие бы мы не изучали, не знали, добавляется всегда еще одно главное. Кто знает какое? Без которого не работает никакие правила, предписания. Делать это. Исполнять это. Иди и делай это. Если ты понял, иди и делай это. Вот, вот. Если мы говорим о сострадании или щедрости, означает, что пока мы это не будем делать, мы не усвоили материал. Мы знаем теоретически, это знание мертвое. Это нужно сделать. Это последнее слово вет. Иди теперь делай это. Ты понял, ты счастлив сам, иди и делай это. Вот все, тогда законченное знание. Мы получили законченное образование. Спасибо большое, у нас время истекло.